интересная игра получилась. Не получилось только победить, хотя были все возможности для этого. Ваши впечатления от сегодняшнего матча? Ну, наверное, мой ответ в вашем вопросе. Да, правда, игра была хорошая. Думаю, зрителям понравилось. Мне, как тренеру, тоже игра очень понравилась. Девчонки бились до конца, молодцы, чуть-чуть не хватило в концовке. Ну, как говорится, побеждает сильнейший, но, правда, игра была хорошая. И что ваша команда, что наша команда, много мячей в защите доставали, много блоков было, контратак, поэтому игра зрелищная была, хорошая. Да, только чуть-чуть не победили, но все было. Вы впервые играете на Протон-арене, у вас тоже дебют, ну и у нас, в принципе, тоже недавно, так скажем. Как вам обстановка наша? Ну да, вчера приехали, здесь было пробование, и сразу сказал и Юрию Николаевичу, и тут встретил знакомых. Очень хорошая арена, очень удобно. Единственное, наверное, меня услышат, сделайте здесь рядом с ареной гостиницы хорошие, и тогда, чтобы недолго добираться. А так все, арена прекрасная, все супер. Спасибо большое. Спасибо.